Экстраординарное масло L'Oréal. Роскошь питания. На него почти нет обзоров, и я догадываюсь, почему. Потому что любой блогер, посмотрев в состав, просто упадет в обморок. Состав очень аллергенный. Я это могу сразу сказать. Вообще для всех аллергиков нужно 250 раз изучить состав этого косметического продукта, прежде чем к нему приступать. Итак, в составе ромашка, герань, апельсин и так далее. Но помимо всего там существует еще розмарин, лавандин в общем, там, по-моему, 8 эфирных масел. И одно из составляющих, я уже сейчас как бы не буду уточнять, какое, оно способствует потрясающему совершенно росту ногтей. Вот я вчера на съемке сломала вот этот, и то как бы не до конца, да, видите? То есть ногти вот в таком состоянии, если их пропитывать вот этим маслом. Оно рекомендуется наносить 1-2 капли на лицо, но для аллергиков это будет очень проблематично. А вот именно понюхав специфический запах, посмотрев состав, я решила его намазать на ногти и обратила внимание, что ногти на ногах как-то очень быстро выросли. Потом я занялась руками, видите, что творится. То есть они реально растут огромные, очень крепкие. И вот просто вчера на съемке, там, на природе, я повредила ноготь. А так они все такие. Поэтому, девочки, у кого проблема с ногтями, обратите внимание. Ну и, конечно, вообще исторический момент такой. Та-дам! Мне наконец-то подарили пробник в Литуале. Вот просто нужно вписать эту дату золотыми историями, вернее, золотыми буквами в историю моей жизни. Потому что впервые за огромное количество лет, которые я являюсь держателем карты, которые дают скидку. Вот впервые, при том, что я делала покупки на 4 и на 5 тысяч и больше, вот впервые я увидела пробничек в своих руках. Как раз этого экстраординарного масла, которое у меня есть. Но что могу сказать? Имейте в виду, я уже все сказала, мои дорогие, по поводу вот укрепления ногтей. Но аллергикам очень осторожно, очень осторожно. На лицо, говорят, 1-2-3 капли. Ну, конечно, намажьте аллергены на лицо. Естественно, у вас кожа раскраснеется. Естественно, это, если будет 1-2-3 капли на все лицо, шею и зону декольте, конечно, улучшится цвет лица. За счет чего? За счет того, что там аллергены. А вот ногти, оно восстанавливает и делает длинными, прочными и очень хорошими.